Я преподаю детям классический танец. Вот, так сказать, это основа основ. С него начинается все развитие, постановка корпуса, взгляд и так далее. То есть высота ног. И, как сказать, это все закладывается с самого детства, поэтому я занимаюсь вот с маленькой группой 6-8 лет у детей. То есть вот этот промежуток. Мы принимаем новых детей постоянно, поэтому у всех разное время, которое они посещают уже наши занятия. Я считаю, что импровизация, она в основном очень помогает. Импровизация – это своего рода те движения, которые уже наше тело знает. И она своим, как сказать, в свою очередь помогает детям раскрыться. То есть то, что внутри, показать, как сказать, танец – это не просто механическое движение рук, это внутреннее, показать то, что у нас внутри, доказать что-то танцем, просто вот для раскрепощения детей, чтобы они на сцене уже не боялись. В каком-то случае я могу сказать, что дети намного быстрее соображают взрослых людей, потому что для них, то есть мы пример, и они все вот это впитывают, то, что мы показываем, все даже наши мельчайшие движения. Со взрослыми, конечно, они быстрее учат, то есть память лучше. А так в основном есть свои плюсы и минусы у каждого возраста. Мы танцуем во всех стилях. Для девочек каждый новый танец – это новый стиль. Мы останавливаться на одном не хотим, поэтому они каждый раз начинают узнавать что-то новое. Для них это сложно, интересно. Каждый раз познаем новые стили. Во-первых, мы сейчас собираемся на всероссийские соревнования 24 февраля, вот, в Орле. Ну, поедем туда с новым танцем и со старым, хотя старым всего лишь полтора месяца, но мы его уже называем старым. Если мы успеем сделать, то поедем с новым, потому что хореографию я им даю в этот раз еще намного сложнее. Самое главное в кафе «Латино», что мы одна семья. Мы прошли с Сашей через многое, через огонь и воду. Естественно, мы к своим детям, а детей мы считаем весь наш коллектив, который у нас занимается. Мы к ним относимся как к родным детям. Мы хотим, чтобы у них было все, хорошие костюмы, хорошее место для занятий. И поэтому, наверное, смотря на нас, они также относятся друг к другу. Они все дружные, мы вместе всегда собираемся, ходим на вечеринки, заботимся друг о друге, кто болеет, кто еще что-то. Вот. И мне кажется, это самое главное, что мы как семья, не как родители, как дети. Во-первых, мы начали все это делать, потому что это нам нравится, потому что мы кайфовали от того, что отдавали людям свои знания. Изначально это было для нас, для души, и до сих пор это все так же и продолжается. У нас здесь хорошая атмосфера, я сам сюда прихожу отдыхать, я весь в мыле ухожу, но я все равно отдохнувший. Виолетта тоже сюда приходит именно за этим. У нас мы здесь получаем заряд эмоций. И каждый ученик, я думаю, что со мной согласится, потому что здесь у нас действительно такая маленькая семья кафе «Латино». В феврале будет 2 года, как я занимаюсь. Мне очень нравится, я убегаю с удовольствием. И вы понимаете, какое бы настроение ни было, как бы тебе его за весь день не испортили в нашей жизни тяжелой, отсюда уходишь всегда с позитивом, с хорошим настроением. И главное, самое главное, что утром его несешь людям. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще и снимайте о нашем коллективе побольше. Мы хотим, чтобы все люди знали о нас. И, пожалуйста, к нам приходите. Мы всех очень ждем, особенно мужчин. Если кто-то хочет попасть и начать ходить в студию танцев кафе «Латино», что нужно сделать? Нужно позвонить нам, и мы вам все расскажем. Администратор Виктория будет с радостью отвечать на любые ваши вопросы. Звоните по номеру 8-953-713-2000. Мы ждем вас на наших занятиях. У нас весело и интересно. Также у нас есть группа в Инстаграме. Да. Наверное, еще ВКонтакте. ВКонтакте есть. Еще у вас есть свой сайт? Есть, конечно. У кафе «Латино» есть все, и самое главное, есть прекрасный преподаватель. Давай.